Давай я про за руль. Если, конечно, будешь. Давай. Успеть. Завести-то сможешь? Ключи есть? Нет. Я просто 30 патронов взял, уверен был, что мне хватит на всю смену. Сколько? 30. 30? Все, вот и погоня, блядь, нарисовалась. Прям, блядь, на ходу, пиздец какой-то. Блядь, пизда мне. Мне хотелось бы узнать размер дубинок. А мерить-то будем? Дубинки-то нет. Успеешь еще. Я померила, но у вас работа. Все прекрасно. Здарова, здорово, дорогие друзья, с вами Булкин, добро пожаловать на новую серию по GTA 5 RP, играем всегда на первом сервере под названием Даунтаун, и друзья, я надеюсь, что вы уже приготовили свой царский лайк, и он вот как бы уже наготове, чтобы вот попасть как бы под видосик, потому что сегодня поступило сообщение об угоне авто... О, ну все, короче, будет весело, вечер, пятница, куча вызовов, не пойми, что происходит в штате, и, конечно же, мы с Лысым отправимся в наш первый патруль. Друзья, всем приятного аппетита, кто кушает, всем приятнейшего просмотра, в общем... Что происходит? Значит, я прямо сейчас уже встретился с Лысым, я сказал, сейчас я пойду переоденусь, ну, типа, надену форму, взял пушку, как бы у меня все как бы есть, все наготове, вот так вот хуякс, уже готов как бы стреляться, но надеюсь, что до этого дело не дойдет, хотя с другой стороны так и веселее будет. В общем, идем к Лысому, он мне сейчас должен какой-то такой, знаете, я же все-таки, ну, как бы, ну... Сами понимаете, я пока сейчас что там смогу, я должен посмотреть на это все. И Лысый, собственно, как, ну, такой маленький руководитель. Так, ну что, я готов. Давай, так, давай. Что, а что у тебя это? Закрыто-то, сейчас, да? Сейчас. Там человек ломился в машину. Такси, видимо. Ну, окраска немножко другая. Так, ну что, смотри, значит, я форму напялил, так сказать, наготове. Ты, я так понимаю, будешь... Поесть ты взял? О, бля, кстати, поесть, точно. Давай заедем, купим. Я поесть не взял. У меня же ХП помнит. Так, сейчас заедем в один хороший магазин. Смотри, тогда вот какой-нибудь такой краткий экскурс, так скажем, да? То есть я сегодня буду наблюдателем больше, ну, так скажем, на подсосе. Я надеюсь, что что-то интересненькое у нас произойдет. Значит, смотри, в твоем распоряжении есть как бы планшет наш. Попробуй его открыть, посмотри. Это на М, по-моему. На кнопочке и все такое. Так, 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 планшет. А, вижу, вот он. Так, ого. Значит, много информации. Смотри, вообще, по этому чату можно как по номеру паспорта, так и по имени, по номеру телефона вычислить человека, узнать, где он работает. А что такое код 0, код 1, код 2? То есть это пробив, да, условно. Угу. Значит, ниже уже это коды, то есть ты можешь отослать код, и все сотрудники всех силовых структур увидят этот код. Значит, код 0 это сотрудник как раз. Ранен или убит. Код 1 — это по сотруднику открыт огонь. Код 2 — это поддержка. Код 3 — срочный вызов. Код 4 — это все спокойно, как бы его в основном отсылают, когда, ну, чтобы закрыть код, условно, там, 0, 1, 2, 3, которые. Так, я понял. Чтобы а смотри, получается, еще тут каждый вызов и времечко, да, соответственно, мы мониторим, так скажем, посвежее что-то, да? То есть вот да, этот... да. Старые вызовы, их снова забывают убрать, либо не хотят убирать, ну, в общем, такое. Есть также просто вызовы, то есть это когда просто граждане пытаются вызвать полицию. Так, понял, хорошо. Планшетик-то интересный такой, да. Так, а слушай, еще там же рация, вот у меня тут есть в кармане, точнее вот тут. Да, смотри, чтобы, ну, как я бы... Я забинтил предварительно. Мы с тобой придем на одну волну рации, как бы проверим, занята ли она с кем-нибудь, чтобы не мешать ему. Ага. И в случае, если мы вдруг разделимся, ну, мало ли что произойдет, будем связываться. Вот для чего она нужна. Так, а что, сейчас настроим или потом? Пока... Давай хапчик. Ты возьми поесть. Да, в больничку заедем еще. Так, сейчас это, я что-то не подготовился к этому. Постоянно хавчик, блядь, пропадает. Постоянно, я уже заебался. Постоянно у меня вот просто нехватка хавчика, блядь. Просто, где мой хавчик весь? Постоянно куда-то девается. Так, спица. Раз, сейчас, наверное, сразу вторую. Надо будет аптечку или что-то еще найти, а то у меня опять проблемы с ХП. Короче, что я еще узнал? Я вообще, на самом деле, был в шоке, потому что я как бы не вдавался в эти подробности. Оказывается, админы напрямую следят за... Ну, прям у них есть, типа, я так понимаю, даже какие-то отдельные личности в админах или в хелперах, кто следит, прежде всего, за гетто, за мафиями и также за ЛСПД, например. И, короче, они следят, контролируют то, чтобы игроки отыгрывали РП. То есть, например, может админ... Бля, по-моему, кстати, ничего, что мы сейчас в гетто где-то находимся. Короче, за это могут даже трехдневный бан выдавать, если админ видит, что ты не отыгрываешь РП. Например, вот так. Так, есть... еще у меня вопрос. Ты бронежилет-то взял? Да.
меня, по-моему, с собой просто есть. Я его не взял заранее. Так, все, готово. Ты думаешь, что сегодня сразу в первом патруле по нам будет открыт огонь? Ой, опасный город. Да? Я, наверное, недооцениваю опасность ситуации всей. Так, ладно, сейчас мы, короче... Сначала, я думаю, проверить окрестности, так скажем, муниципальных зданий, по типу мэрии. Угу. То есть, последить там за порядком, посмотреть, нет ли там подозрительных лиц с оружием на спинах, крупнокалиберным, которое запрещено в штате для гражданского ношения. Как бы этим всем моментом отработаем. Угу. Хорошо, хорошо. Так, сейчас тогда я похилюсь и продолжим. Сейчас расскажу про эту тему как раз таки. Так, ну, собственно говоря, давай, может, с рацией разберемся? Да, сразу. С рацией? Не, с рацией. С рацией, фу, ё-мо. С рацией разберёмся. Значит, смотри, давай включимся, наверное, на 62-ю волну. И посмотрим, есть ли там... Я, ну, как бы задам вопрос в рацию, если кто-то отпустил на другую. Так, я поставил, выставил вроде. Так, есть ли кто-то на этой волне? Алло, алло, алло. А, фига, даже эффект, надо еще энтер был. Так, все, тут пусто. Нормально. Раз, раз, проверка связи. Да, все видно. Нихуя себе, даже приколюха. Так, а я так правильно понимаю, да? Она у меня может быть не в руках же рация, она работает всегда, да? Она всегда работает, да. Все. Ну, это типа... У тебя на плече закреплено. Все, 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 понял. Так, ну что, сейчас начнется самое интересное, я так понимаю, да? Сейчас смотрим внимательно. А, то есть мы прям... подойти, он человек без верхней одежды, это нарушение статьи, получается. Да, бля, как 13... лысый все это знает, я не понимаю. Насколько я помню. Ага. То есть нахождение в неприемлемом виде, то есть без верхней одежды. Ну давай попробуем подойти. Так, фига, ребят, вот это реально круто. Короче, если типа коп просит документы, а игрок не отыгрывает это, админ, если это видит, или в репорт, если написать, за это дается либо... Уважаемый! О, нихуя тут музыка играет! Так, секунду. Нихуя себе, что? Подожди! Чё, кто? Кто, по кому? А по кому стрелять-то? По красному? Подожди, по кому стрелять-то, блядь? Не-не, не по красному, там... Чё за хуйня? Ебать, там кто-то огонь открыл прям... Чего? Вон, наверху, блядь! Чё за хуйня? Чё за чувак-то? А, кстати, на всякий случай скажу, что сегодня тоже у нас полная импровизация. А если я полезу... Так, лысый полез тоже. Куда все лезете? Тихо, тихо, работает спецназ. Если чё, у нас сегодня полный рандом, полная импровизация... Блядь, чё синхронизация у меня? Полная импровизация, поэтому, типа, я даже не знаю, кто... Там стреляют. Бля, чё за дичь? Пусть с крыши займемся этим. А вон... Давай. Вон он, реально. Бля, главное попасть сейчас. Чё за... Чё, готов? Чё, реально? Ну, как бы... Как исчез. Значит, эти пакет положит до оружия. Такие проблемы бывают иногда. Я понял. Слушай, ну весело, учитывая, что мы просто приехали в первую точку. Да. То есть это, получается, чувак ливнул просто-напросто. Это тоже вот опять же момент. Теперь, я думаю, стоит заняться остальными нарушителями. Дима, а на эльфийском, смотри, если вот такая ситуация, то это вообще что игроку должно было бы быть? Он же 3 дня бана. Это вот за то, что он ливнул, да, получается? Да. Все, понял. Вот опять же, да, то есть если бы сейчас... Ой, блядь. Ой, что-то я навернулся немножко. Ничего, нормально, нормально, не ушиб, все нормально. Нормально все. Так, пойдем посмотрим, что там в итоге стало. Мне пока вообще максимально непонятно, сложно. Я же не знал, как это со стороны. Ебать, сложно в ЛСПД так-то работать. Прикиньте, насколько надо контролировать все. Здравствуйте, господа, все нормально здесь? Кто не нарушает? Добрый вечер, да. Извините, кто? О, здравствуйте, получается, я сержант Дмитрий Кубинский непосредственно. Я ну, здесь недавно зашел, стрельба, зашел сюда проверить, не дай бог. Конечно, сейчас вопрос. Достану удостоверение, покажу человеку напротив. Там чувак что-то крикнул, блядь! Там чувак что-то крикнул и побежал, что-то мусор... в дом ювелирки. Принял. Куда полез-то? Стоп! Ага. Он что? Там. Ну, как бы... Снова исчез, получается? Снова исчез, да. Да вот он здесь, нет, он здесь. Где? Вот, вот. Нет, гражданин, вам кажется. Здесь никого нет. Вам кажется. У вас разное видение. Вот он идет. Нужно принимать меньше галлюциногенных.
Короче, чувак что-то крикнул, я даже этого не услышал, потому что стоял с этой стороны, мне плохо было слышно, и убежал. Это работа офицера, правильно? Ну, что-то вообще, да. Не, реально, я просто в ахуе, потому что я представляю это, насколько... Вот реально, а в чем смысл? То есть ты крикнул, и ты просто вышел, типа, что-то, или начал стреляться, или ваешь? Ну, это прям, ну, смысл какой, блядь, в этом. Вот по собственному опыту могу сказать, что на мэрии всегда очень много нарушений, как и серьезных, это 17-1, то есть покушение на жизнь сотрудника, так и, ну, таких мелких хулиганств, типа распития и нахождение без верха. Ну вот, мне кажется, было бы побольше смелых ребят, которые кричат и не исчезают, было бы прекрасно. Или если бы их вообще не было. Да, либо их если вообще не было, было бы лучше. Ну, смотри, тут также зависит от жесткости правоохранительных органов, то есть стрельба в гараже. Кстати, да, что-то... Так, мы что-то тут услышали, сейчас стрельба какая-то была. Что? Из машины выпрыгнул на ходу? Ты меня дверь... Ты десантировался, что ли? Надо пристегиваться в следующий раз. Да. Так, Вроде тихо все. Секунду, там девушку как бы ранили. А. Садись, сейчас подъедем. А, во. Стоп. А почему? А, это коп наш, что ли? Это из ЛСПД. Кто стрелял? Вот эти вот на Мерседесе в красном его, здравствуйте. На Мерседесе. Дева, кто стрелял? По вам стреляли? В красном? Машина какого цвета? Вон, Мерседес. Вот это вот. Уважаемый, выйдите из машины, пожалуйста. Граждане. Опа, наехал на меня на ноги. 3 секунды, чтобы выйти из машины. Погнали за ним, погнали! Блять, что за дичь, нахуй? Давай я про за руль. Если, конечно, могу. Давай. Завести-то сможешь? Ключи есть? Нет. Обратно. Сейчас за этими попробуем погнаться, еще, ну, пересядем. Там все будет. Это будет... Я уже представляю, эти полицейские будни с лысым, блядь, просто везде пиздец пока что происходит. Выйдите из машины, джентльмены, выйдите из машины, пожалуйста. Все, вот и погоня, блядь, нарисовалась. Прям, блядь, на ходу, пиздец какой-то. Я мне просто жалко, реально, сотрудников. Из машины выходим. Поступил вызов, код 0, блядь, че за дичь? Мне просто реально жалко сотрудников. Прикиньте, сколько жалоб. Вот... На девушек напасть и, так сказать. Да, ну ничего, мы вроде не отстаем, давай, жми. И этот, и просто, я представляю, сколько вот так вот жалуются, например, чуваки, которые сами не правы, они также могут пожаловаться на какую-нибудь мелочь у копа. Прикиньте, вот, да, реально коп хочет отыгрывать РП где-то... О! Ага. Я понял, блядь. Блядь, пизда мне. Мне пизда. Пизда мне. У меня патроны кончились! Садись! Блядь! А! Димон, ты живой? Димон, ЛМ? Что? Что за сигаретами заехали? А, едь! Блять, что за хуйня, подожди? Да. Вот, езжай в ЕМС, я тебе расскажу потом историю про вот этот особняк. Так, сейчас тебе направо. А чё, куда? У меня нет винтов, я могу умереть. ЕМС, сейчас тебе метку дам, стой. Блять. Метка есть? Да. Стой, езжай туда. Блять, что за хуйня сейчас была? Во-первых, я не помню, как я выжил. У меня всего 30 патронов было, я был уверен, что мне этого хватит. Я просто 30 патронов взял, уверен был, что мне хватит на всю смену. Сколько? 30. 30? Да, сколько надо было. Нет, а сколько надо было? Не хватает. Да. Не знаю, у меня 5.56, 400 патронов с собой, потому что мне не хватает никогда. Так, мы оторвались? Я могу откиснуть сейчас. Да, я могу откиснуть сейчас, езжай быстро. Могу выпустить из машины, короче. Так, подожди, я тоже помираю потихонечку, походу. Ну, в смысле, плохо мне. Ну, успеем. Нет, так нет. Блядь. Охуенный патруль, блядь. Аккуратно. Нормально. Давай. Все, кропаль вот мне. Бля, я... Его
Вон, ты в сознании, нет? Нет. Зову врачей сейчас. Блять, его... Что его... Точно, можно же взять был. Пусть она несет, короче, сейчас сам помру. Сейчас. Кто-то на гитаре, блядь, играет. Что происходит, нахуй, блядь? Я Димона кинул, блядь, я же его мог взять, точно, я вот совсем про это забыл. Еще раз добрый вечер, у меня ранение. Держите таблеточку. О. Хорошего дня, офицер. Спасибо, спасибо, спасибо. Я спиздил. Все прекрасно. И, блядь, это охуенно просто. Смотри, Лена. Я понял. Алик, мне это нравится. А кто дверь закрыл передо мной? Пусть девушка, да, переоденется непосредственно, меня поднимет. Мне это даже нравится, знаете. Ой. Стойте. Да. Дима, мне кажется, у тебя жена появится скоро. Мне кажется, нужно работать в ТМС теперь. Я что-то это, я сам еле не откинулся, я хотел тебя обратно уже Ой, блин. Там я забыл тебе сказать, что да, мы можем еще таскать. Ну да, я это об этом потом уже вспомнил, когда увидел, как тебя хрупкая девушка подняла. Ну знаешь, лучше так, чем, скажем так, нормально лежишь вообще? Немного недалек. Девушка, вы наш это, наш талисман теперь будете. Хорошо, нам против. Она просто сообразила, сразу взяла. Ой-ой-ой-ой-ой. Бля, чё у неё с обувь, ебля? Мне кажется, после этого мы обязаны с вами познакомиться. Стой. А, у вас рабочий день, я так понимаю, закончен. Может, нахуй этот патруль? Жан Дмитрий Кубинский, получается. Так, подожди. Сейчас. Сержант Алик Булкин, получается. Куда сержант? Это же офицер. Ну так, я уже... Ну, подожди, да, что потенциально. Ты что-то палишь-то всю контору, подожди. Так, ладно, не будем вас отвлекать. Спасибо большое, что помогли. Да, спасибо. Пожалуйста. Спасибо большое, что участвовали. Блядь, такой пиздец. Тут прикол в том, что медикам как бы зарплату начисляют за поднятие других граждан, либо сотрудников. Вот, поэтому. Добрый вечер. Здравствуйте. Что-то случилось? Чем-то помочь? Кто-то нарушает? Ну, пока у нас все спокойно, слава богу. А, ну? Я хотела спросить. Угу. А у вас есть дубинки? Дубинки есть, но, скажем так... В другом месте. Не с собой. Ну, это, да. Не такие, которые вы можете отлупить, да? Да, просто мы их, согласно уставу, сейчас не носим, там, из-за некоторых инцидентов с ними. Я поняла. Просто вот я вижу, у вас они висят. Одну секунду. Уважаемый, здравствуйте. Остановитесь, пожалуйста. С какой целью вы интересуетесь? В чем мальчики находитесь здесь? Поузнаю. Так. Я просто не вижу никаких опознавательных знаков, тем более у вас бронежилета нет на себе. Так что насчет дубинки-то? Да я хотела бы узнать, у вас у всех одинаковые дубинки? Или они как-то различаются по размеру? Уважаемый, тоже остановитесь, пожалуйста. Стойте. Там. Да подожди, нарушение. Тут важный вопрос, девушка хочет узнать. Важный вопрос с дубинками? Не понял? Ой. Ты курил, видимо. Видимо, курил. Да не, вы что? Нет, так это... Всё понятно. Полиция. Так, девушка, что насчёт дубинок, что? Меня в одно место. Мышечный такси. Девушка. На какой такси? Что насчёт дубинок-то? Так вот, вопрос в следующем. Мне хотелось бы узнать размер дубинок. Они у вас все типовые или они разные? 35 сантиметров. Ну просто интересно, с какой целью вас интересует это? Вы как бы. Да, просто вот как бы. Ну вот сегодня. Чего дубинки? Так, вечер. И у меня возник такой вопрос. Он никогда не возникал, а сегодня. А у вас есть сантиметр? Интересно. Подождите, а у вас вообще есть муж там, я не знаю? Не, Дим, может мы пойдем. Дим. Да. Может мы пойдем и нам замерят? Кубинский. Замерим, да, можем. Здравствуйте, Дубин. Егор. Я не пробую, правда, откуда мы знакомы? САС, поёпта. Я понял. С вашими дубинками. Ну так это же у вас вопрос был насчёт дубинок, короче. Ну да, я просто думала, вы знаете.
А так замерять я побаиваюсь. Так, мы же это, ну... Как правоохранительные органы и посредственно получается можем... Получается так, да. Можем замерить. Так. Как-то мало успокоилось. Олег, все, бери телефон и поехали работать. У нас как бы непосредственно работа. Хорошо, ладно. Хорошего вам вечера. А. А мерить-то будем? Дубинки-то нет? Успеешь еще. Ну, я померила, но у вас работа. Ну, так можем это? Так что там? Цифры там, не цифры, какие там нажимать? Номерком поделитесь. Ну, спецсвязь. Фото? Вы фотоете сейчас? Не-не, я записываю, готов это. Номер телефона, да. Это еще Дима. Да. 926. Ага. Так, а вы вот не записывайте. Я стою. А я передам все, я все передам потом информацию. Мы там вместе будем, мы всегда вместе, поэтому. У нас один на двоих номер. У вас, в смысле, одна дубинка тут? Не, нет, дубинки две, а так мы всегда вместе. Телефон один. Да. Смотри, там еще гражданин какой-то записан. Да, я слышу. Так, 926. Так, 0211. Записали. Так, я сейчас прозвончик скину. Так, мне страшно. Я уже тоже сделал. Так, я вот прозвон. Ну все, тогда мы это, так сказать, работать пошли. Благодарю. Рады знакомству. Там по дубинке потом сейчас решим. Дмитрий, я предлагаю отправиться на обед. Я предлагаю вот на этом моменте просто... Сегодня произошло даже больше, нежели я... Действительно, ничего нет с собой, все, извините. Ребят, мы сейчас просто стояли с Димоном, обсуждали вообще то, что происходило в серии. В общем, я думаю, что на этом будем заканчивать. Мы, так скажем, пока в расход. Бля, это просто какая-то дичь, я не знаю. Вот реально, столько фейлов, блядь. Вот это вот херня, что мы не доехали. А, неудачная. А, блин, я у него не уточнил, что это был за особняк такой, где нас чуть не положили. Я вообще в шоке, что мы вообще выжили и уцелели после этого всего. Короче, просто пиздец, насколько реально сложно быть сотрудником ЛСПД. Я, конечно, сейчас вникать буду какое-то первое время, но я думаю, что со временем все будет хорошо, и в ближайшее время я точно здесь останусь, потому что это реально, ну, блядь, тут столько всяких замесов происходит, судя по всему. Друзья, я очень сильно рассчитываю, что вы поддержите эту серию лайком, так скажем, полицейские будни, первые, которые вообще произошли, и сразу вот такой вот, вообще не понятно, больницы, дубинки, блядь, что это такое было? Короче, серия прям вообще четкая получилась, как по мне. Огромное спасибо всем за просмотр, друзья. Оценивайте видосик, подписывайтесь на канал, если тут впервые. Не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы не пропускать следующие серии. Оставляйте ваши комментарии. До новых встреч. Всем удачи и всем пока-пока, друзья.